Городской школьный поисковый отряд «Звезда» вернулся с учебно-тренировочной вахты памяти. Что нашли наши поисковики, узнавала Юлия Важенина. Они поднимают павших. Ни дождь, ни холод не могут остудить пыл юных поисковиков. Эти ребята работают в любых условиях. А все для того, чтобы найти останки солдат советской армии, их одежду и предметы. Поисковый отряд «Звезда» вернулся с 20-й международной учебно-тренировочной вахты памяти. В этом году она посвящена 30-летию поискового движения России. Мне на самом деле очень понравилось. С 9 до 10, например, у нас были учения, учеба была. Там нам рассказывали разные истории. Особенно запомнилась история о сожженных деревнях. Нам ее рассказывал сам ветеран, который выжил после того, как всех жителей деревни согнали в один дом и подожгли. Возможно, он единственный, который донесет эти отголоски войны до нас. 63 отряда из 20 регионов нашей страны собрались в Темкинском районе Смоленской области. Каждый из ребят мечтал найти что-то, принадлежавшее бойцам, и у них это получилось. Есть вот саперная лопата советского бойца, также осколок снаряда, магазин Дегтярева, штык-нож от Мосина, винтовки Мосина, каска советского бойца. Рубашка от РГД, разорванный снаряд, гильза. Ну, в принципе, разорванный тоже боеголовка от снаряда «Катюши». Но, пожалуй, самой ценной находкой стал медальон солдата. Его нашел поисковик Илья Николаев. На четвертый день пошли опять на раскопки днем. Мы начали копать, ну, в одном месте, где нашли звезду бойца нашего. И начали копать, расширяться. И мне удалось найти медальон. Как нашел я его, я сразу дал его взрослым. Взрослые сказали, что это медальон. Имя погибшего, год его рождения, воинское звание и даже группа крови – все это есть на специальном вкладыше внутри медальона. Сейчас медальон расшифровывают, чтобы после передать его родственникам-солдатам. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Валерий Резюков, Республика.